Курносики. Джуниор. Привет, Дани. О, привет, ребята. Что, играешь в Hot Wheels? Да. Здорово. Только что акула съела машинку. О, это неприятность. Даника, а можно с тобой поиграть в Hot Wheels? Да. У меня есть вот такие вот машинки Hot Wheels. Новые модели? Да. Отлично, давай их откроем вместе. Да, начнем с самой интересной. Это же пикап, да? Да. Хорошо, Даник, а после пикапа какую машинку ты откроешь? Вот такую вот. Что же это за машинка такая? Не знаю. Это черный седан марки Cadillac. Он черного цвета, и салон у него темно. Бордовый. Да, бордовый. Или такой коричневый. В общем, представительная машина. У нее нарисованные фары с улыбкой. И что же это за машинка? Показывай. Такая интересная машина. Слушай, очень похоже на Ford Mustang. Да. Он поехал разогревать двигатель. Вот эту машину. Так, и что это у нас здесь за машина такая? Синяя, моего любимого. Синяя машина цвета. Марки Acura. Вот здесь такой значок, который похож на циркуль. Смотри. Обозначает точность, это машинка Acura. А это белая машинка, мы ее сейчас откроем. О, это вроде бы Bentley. Да. Интересная машина. Мне нравится ее форма, Даник, она такая обтекаемая, красивая, правда? Да. Все открыл? Нет, еще две осталось. Хорошо. Я их могу вот так вот просто открыть. Легким движением руки машинка открылась. Что же это за марка такая, слушай? Вот это точно BMW у тебя. Да. Вот ты открыл. Это наверняка BMW. Ее ни с кем не спутаешь. А это марка, я даже не знаю. Ребят, кто знает, что за марка, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Какая интересная. Да, интересная, классная. Необычная машина. Нет. Мы специально не будем... Мы специально потом посмотрим на упаковочке, да? Да. Вот. Но и увидим, кто из ребят угадает, что же это за машина. Да. Хорошо. Ну что же, всем... Супер-мега-гараж! Поехали! Да. Сначала проверим вот эту красную машину со скейтбордом и вот эту загадочку. Давай посмотрим, да, посмотрим, на что они способны. Да, впереди будет машина с кузовом. Давай, пикап. На старт, внимание, марш! Фу, слушай, им повезло, еще бы немножко, и акула бы их сожрала. Да, и у них остались только вот такие вот запчасти. Запчасти? Да. Так, слушай, я слышу, кто-то едет. Это же Феррари. Ты думаешь? Да. Да, Феррари это серьезная гоночная машина, правда, Дани? Да. О, а вон едет еще кто-то. Это желтая машина. Это же желтая гоночная машина. Да, возможно, они хотят устроить гонки. Да. Но кто-то едет еще. Вот это да! Ты это видел? Да, я срочно звоню полиции, пожарному и скорой помощи автомастерам. Вызывай всех, Даник! Вот. Это кто тут приехал у нас? Полиция и эвакуатор. Так, ну, обязательно должны еще приехать. Алло, когда вы приедете? Мы уже подъезжаем! Так, скорая помощь на месте, хорошо? Я вижу двух пожарных. Ц,
Целых двух? Да. О, это серьезно. Вау, у одной включена сирена. А вот лестница едет. Еще одна пожарная да. едет сразу за ней. Это уже большая, серьезная. Да. Да. Все эти службы сработали очень оперативно. Вы чего? Не видите, что едет большая машина? Вы могли и пострадать. Мы ее не видели. Он так быстро в нас врезался. Мы даже не успели среагировать вообще. Понятно. Ты чего не смотришь на дорогу? У меня не сработали тормоза, они просто отказали. Автомастеры, пожалуйста, заберите и почините ему тормоза. Уже едем. Все, давай поставим ее на колеса. Ой, как болят колеса. Да, это неудивительно после да. такой серьезной аварии. Да. Папа, я же забыл полицейским сказать, чтобы они всех вывели. Да, обязательно, Даник, это нужно сделать, ведь безопасность превыше всего. Можете вывести всех? Да, я не могу сам справиться. Буду вызывать, прям. Вызываю вертолет. Так, и где же тогда поддержка с воздуха? Вон она, на треке. Я слышу, кто-то летит. Вот это да, какой вертолет. Да, это серьезная техника. Внимание, все выходите. Говорит полиция. Срочная эвакуация. Всем покинуть этот периметр. Немедленно. Включаю суперскорость. И я тоже. Да, пора отсюда уезжать. Мы нарушили правила дорожного движения. Ну, вы же сами сказали, что мы должны быстро покинуть. Так, ну вроде бы вот еще. Нужно освободить этот да. участок. Смотри, сколько машин, Даник. Да. Я могу включить свои вентиляторы. А кого же я буду кушать? Скушать. Внимание. Фу. Ну что, Даник, кто там у нас следующий? Попробует проскочить мимо акулы. Вот этот пикап. Я думаю, она... Он ее победит. У него такой конусовидный угол. Хорошо, посмотрим, повезет ли ему. Этот черный кадиллак наверняка возит разных важных чиновников. И в связи с этим его кузов весь в броне. Да. Эй, акула, я буду тебе по зубам. Ха, можешь в этом не сомневаться. Я перекушу тебя, как тоненькую соломинку. Сейчас побрать. Как же некрасиво ведет себя акула. Да. Ну ничего. Вскоре, я думаю, ее зло обернется против нее же самой. Да. Запускай кадиллак, Даник. Вперед, кадиллак, на тебя все надежда. Мои зубы! Ох уж этот кадиллак! Да, Даник, сегодня кадиллак оказался прочнее. Да, ее зуб. Ее подлые зубки не выдержали. Да. Толщины его брони. Они ее подвели. Кадиллак, спасибо тебе большое за помощь. Пожалуйста, если что, обращайтесь. Даник, а что ты делаешь? Заправляю БМВ. Я понял. Все, бак полон. Можно ехать. Да. Вот еще. Вот теперь полный бак. Вызовем лифт. Лифт опускается. Какой интересный лифт.
Да, он треугольный. Ребята, в общем, вот так вот сегодня мы с Даником поиграли в машинки Hot Wheels. Мы надеемся, что вам с нами было интересно и вам понравилось. Да. Всем до новых встреч. Пока-пока. Курносики. Джуниор.